Good afternoon, pupils. Добрый день. Let's start the lesson. Начинаем урок. Open your pupils book at page 74 and 75. Open your hobby books and write down the date. And write down the theme of our lesson. Today we are going to speak about music. Открой учебник, страница 74-75. Также открой тетрадь, запиши дату и запиши новую тему. Музыка. Today at the lesson you will be able to do some exercises, which is connected with music and some names of musical instruments. Сегодня на уроке ты сможешь выполнить несколько заданий, которые связаны с музыкой и с музыкальными инструментами. Вспомни, что в начале модуля мы говорили о музыкальных инструментах. Now let's begin. Но для начала давай проведем минутку чтения. Мы продолжаем правила чтения буквосочетания TH. Listen attentively and repeat. Ending digraph. The sound of ath. Point and say. Ath, ath. F, f, f. B, f, bath. B, f, bath. M, f, math. M, f, math. P, f, path. F, path. One more time. F, 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 f. B, f, bath. M, f, math. Rhyming fun. It's rhyme time. Now follow me. Okay. Beth, Beth, Beth. Beth, Beth, Beth. Bath, bath, bath. Bath, bath, bath. Beth likes to take a bath. Beth likes to take a bath. Beth doesn't like math. Beth doesn't like math. Repeat with me. Beth, Beth, Beth. Bath, bath, bath. Beth likes to take a bath. Beth doesn't like math. You are good chanters. Thanks a lot. Today we have some new words. Now let's listen attentively and repeat. Сегодня у нас несколько новых слов. Внимательно прослушай и повтори. Classical music. Classical music. Классическая музыка. Hip-hop. Hip-hop. Направление музыкальное хип-хоп. Pluck. Pluck. Перебирать струны, например, струны гитары. Pop music. Pop music. Также направление поп-музыки. Rock music. Rock music. Рок-музыка. Shake. Shake. Стряска или глагол трясти. Strike. Strike. Удар, ударять, бить. Просмотри еще раз слова, старайся запомнить. А теперь давай еще раз вспомним название музыкальных инструментов. Cobbage.
drums, guitar, piano, violin. Jet again. Tambourine. Recorder. Dombra. Trumpet. Внимательно просмотри еще раз. И потренируй свою память. Что запомнилось больше или лучше? Now let's do exercise 26. Listen and number. Упражнение 26. Это очень интересное задание. Сейчас нужно тебе будет прослушать мелодию и определить, к какой картинке она относится. Слушай внимательно. Now let's begin. Данное задание выполняешь устно. Let's check your answers. Проверим ответы. А теперь следующее. Тебе необходимо ответить на вопрос. Which of these instruments do you play? Very well? Badly? Not at all. То есть тебе необходимо написать, на каком инструменте ты можешь играть очень хорошо, плохо или вообще не умеешь. Например, I don't play the piano at all. Я не умею играть на пианино вообще. Либо I play the piano very well. То есть я играю на пианино очень хорошо. Или I play the piano badly. Я играю на пианино плохо. Выбери любой инструмент и напиши один пример. It's time to do the task for formative assessment. А теперь пришло время выполнить задание на формативное оценивание. Будь внимателен и используй все правила из сегодняшнего урока. The lesson is over. Урок окончен. Goodbye. До свидания. See you next lesson.